Мы идем на линейку в Кирове. Вот сколько машин здесь приехало. Сегодня линейка. У 9 и 11 класса провожают школьников. Папа, это самая модная машина. Да. Нынче солнце особенно светит, и приятно ему, и не лень. Рады взрослые, в волнении дети, отмечая торжественный день. Сегодня день ответственный, с утра мы ждем гостей и с радостью приветствуем пришедших к нам людей. А ну, друзья, вставайте в ряд, оставьте шутки, разговоры. Мы будем чествовать сейчас выпускников 25-й школы. Школа, внимание, подружные аплодисменты. На традиционный праздник «Последний звонок» приглашаются выпускники 2022 года. Встречайте выпускников 11 класса, талантливых, интеллектуальных, артистичных, изобретательных, дружных. Выпускников сопровождают их первый учитель Чудинова Наталья Васильевна и Ольга Дмитриевна Кузнецова. Классный руководитель Секунова Марина Аганесовна. Встречайте выпускников 9 А-класса. Первый учитель Ярушина Марина Александровна. Классный руководитель Калябина Инна Павловна. Встречайте выпускников 9 П-класса. Первый учитель Бериан Белла Григорьевна, классный руководитель Кузнецова Светлана Викторовна и Макаева Ксения Александровна. Андрей, учись.
Приглашаются выпускники 9 класса. Продолжение следует...
последний звонок считается закрытым. А вы что не фотографируетесь? Thank you.
родными навсегда. Ну, с кем-то осталось в 10 классе. Поэтому жду вас всех, наверное. Желаю вам всем удачно сдать экзамен. Класс, вам мама попадутся, что самые-самые легкие задания, самые простые варианты. И самые хорошие организаторы, не проверяющие ваших работ. С праздником вас! Чуть не уехала. О, они поехали уже. Пойдем провожать. Тихо. Вот сейчас мы. Пока. С победой возвращайтесь. Ну все, остался последний шаг. Да, и...